светоотражающий элемент на одежде или специальный фликер на руке. Простое решение серьезной проблемы. Информационно-пропагандистская акция «Стань заметней на дороге, засветись» приурочена к третьей глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН и приближающимся летним каникулам. Ребята все больше времени начинают проводить на улице, и риск стать участником неприятного дорожного происшествия для них многократно возрастает. Продемонстрировать преимущества фликеров сотрудникам Одинцовского отдела ГИБДД и 10-го спецбатальона ДПС «Северный» вызвались помочь участнице хореографической группы «Магнифика Шоу Дэнс». Сначала они провели оригинальный танцевальный флешмоб на площадке перед Домом культуры «Солнечный», а затем повторили его в темноте на сцене самого ДК. По ночной дороге мчат стремительно, как же скорость это упоительно, иномарки просто ослепительны. При отсутствии света сразу стало заметно, насколько фликеры помогают выделить человека в темноте. На дороге такой элемент одежды водитель сможет увидеть за несколько сот метров и избежать столкновения с пешеходом. Подобная наглядная агитация намного эффективнее, чем обычные предупредительные беседы. Уважаемые взрослые, мы полностью зависим от вас. Сберегите наши жизни. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».